Pitbull Fight. Бойцовский онлайн-турнир. Pitbull Fight – это турнир среди бойцов разных стилей. У нас нет традиционных соревнований и стандартных правил. Нет рейтинга и промоутеров. Мы сами создаем правила и отбираем для участия тех, кому есть что сказать. Кто хочет доказать силу своего спорта. Кикбокс или тай, ушу или карате и так далее. Ты с нами? Это закрытый клуб. Формат поединка. Два бойца, три раунда по три минуты. Разрешены удары руками, ногами, коленями, локтями, броски. 30 секунд для работы в клинче и партере. Родился в Луганске, прожил там до 14 лет. Моя семья прошла две войны. Это грузино-абхазская война и война на Донбассе. Все, и ты понимаешь, что город сразу меняется. Люди меняются, лица меняются, сама атмосфера в городе меняется. И когда уже начали падать первые снаряды, когда начали люди бегать с автоматами, ты понимаешь, что рано или поздно это и тебя коснется, что могут прийти к тебе в дом и сказать: уходи. Родители поняли, что меня надо отправлять, и от войны подальше. Лучше я буду в Киеве, спокойно под мирным небом, чем буду под снарядами. У меня был миокардит, я тогда не понимал, что происходит, а у меня отмирала сердечная мышца. Мне надо было срочное лечение, мне делали фильтрацию крови, я лежал под аппаратами. Целый год мне нельзя было ни ходить, ни гулять, ни заниматься спортом, естественно. У меня посещали мысли, что уже плевать на спорт, хочется жить. И даже мой отец сказал: Данил, пора вешать кимоно. С каждым обследованием мои показатели улучшались, и я словил себя на мысли, что да, я могу вернуться в спорт. И постепенно, начиная с ходьбы, плаванием, бегом, я начал восстанавливаться, я начал приходить в форму. Через полгода я полностью восстановился. Бывало такое, что я ехал на соревнования, мне с моим диагнозом говорили, что тебе нельзя выступать. Я писал, что я отвечаю за свое здоровье, и ехал тем самым на соревнования. Я отдал спорту больше 15 лет, и уйдя, ничего не выиграв, я не мог просто так уйти. Ну что, встречайте, первый боец этого поединка в октагоне. Данил Мартиросян, дзюдо! Этот боец — это крепкий орешек. Да-да, танк. Это файтер, который не чувствует боли. Имеет кавказские корни, родом из Луганска. В юном возрасте подростком покинул город из-за войны и поселился в Ирпене. Мастер спорта по дзюдо. Четырехкратный чемпион Украины по дзюдо. Чемпион Кубка Кавказа международных турниров класса А. Участник чемпионатов мира и Европы. Встречайте вашими аплодисментами. Данил Мартиросян, громче, громче, громче! Если когда я был таким хиленьким, то много подростков могли постебаться с меня. Бабуля у меня была очень боевая. Она отдала меня в секцию рукопашного боя. На одном из соревнований я получил серьезную травму. Соперник выбросил меня за татами, и я упал так, что сломал ключицу. Травма была настолько серьезная, что врачи говорили, что если будешь дальше заниматься, то станешь калекой. Вернулся в спорт спустя 8 лет, когда поступил в университет налоговой и фискальной службы Украины. Бабушка очень сильно обрадовалась, когда я вернулся обратно в спорт. Она радовалась, когда я привозил медали соревнований. Но больше всего она гордилась мной за то, что я стал настоящим мужчиной.
В ночь перед боем я узнал, что нужна срочная замена. Против меня будет драться опытный соперник. Но для меня любой опыт ценный, и я решил с ним подраться. Встречаем второго бойца. Владислав Ющенко, рукопашный бой. Боец из Житомира, ему всего лишь 21 год, молодой спортсмен, 4 года в спорте. Владислав динамичный, в бою не упустит ни одного удобного момента, чтобы нанести удар сопернику. Кандидат в мастера спорта, чемпион Украины по рукопашному бою. Встречайте, Владислав Ющенко. Ну что ж, друзья, это был быстрый бой. В первом раунде за 2 минуты и 6 секунд болевым приемом победу одержал Данил Мартиросян. Громче, 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 громче. Поздравления победителю. Что скажешь, твои впечатления? Хороший соперник попался, очень опытный, как я знаю. Так что, я старался, ту работу все равно делал. Но кайфово получилось. Конечно. Давай ты, победитель, тебе расскажи свои впечатления. Всем привет, ребят. Во-первых, хочу сказать тебе большое спасибо сопернику. Он согласился за ночь драться. Этого много стоит. Спасибо тебе, дорогой. Ребят, хорошего вечера, хороших боев. Мне все понравилось.
Питбуль файт! Бойцовский онлайн-турнир.